Масштабы строительства впечатляют. В недавно чистом поле близ поселка Петровский Гаврилово-Посадского района уже видны очертания животноводческого комплекса компании «Дымов». 8 корпусов будущей свинофермы стоят под крышами, 9 накрывают. Недавнюю историю с недовольством владимирцев против этого проекта здесь всерьез не воспринимают. Общественность из соседнего региона беспокоится об экологии, за владимирские черноземы, которые могут пострадать, да и банально за зловонные запахи, которые потянутся в туристические Суздаль. Руководители проекта уверенно заявляют, что он отвечает всем санитарным нормам, иначе строительство попросту бы не началось. Границы Владимира-Суздальского поля заканчиваются в Гавпосаде и идут южнее в сторону Суздаля. В окрестностях Петровского чернозема нет. Для хранения навоза будут созданы специальные лагуны, после пребывания в которых помет естественным образом будет превращаться в удобрение. Типа бассейна выкапывается, что если проще говоря. Затем делается глиняный замок, который уже не позволяет, глина не позволяет просачиваться. Но кроме этого, существует еще все днище и сверху накрывается соответствующие мембраны. Это такой материал, который прорезиненный. И он не дает возможности проникать куда-либо. Как там где-то писалось, что будет сливаться в Нерль? Ну, во-первых, Нерль в ту сторону порядка 2 километра. Раз. Уклон в другую сторону 2. Их весь навоз куда-то хранится вот в этих лагунах, которые не может проникнуть. Это 3. Комплекс рассчитан на 2500 свиноматок и одновременное содержание до 30 000 особей. У каждого корпуса свое предназначение. Есть помещение для оплодотворения, для уже беременных, родильный зал, детский сад и корпус для откорма. Монтаж оборудования начнут в июне. Глубокой осенью завезут поросят. Будущий руководитель фермы уже на месте. Приехал из Краснодара. Там расположено аналогичное предприятие «Дымова». Сегодня мы как раз работаем по выбору генетики сюда именно. Скорее всего, это будет опять же датская генетика. Это будут и дюрки, и петрены. Более того, эти предприятия, так как они на саморемонте, мы здесь будем формировать племгидро. И уже сегодня даже с нашей сельхозакадемии Ивановской, я уже говорю, с нашей Ивановской сельхозакадемии, мы планируем совместную работу, в том числе и научную по генетике, геномике, сотрудничаем уже с кафедрой. Комплекс строят, кадры готовят. На апрель-май компания «Дымов» назначила ярмарку вакансий. Сейчас уже ведется активная работа с нашей сельхозакадемией. Студенты готовятся к поездке, я знаю, в Краснодар на действующий свинокомплекс. Знаю, что этот свинокомплекс будет применять еще более современные технологии. Но кадры готовятся уже, по сути дела, сейчас. Что примечательно, работу жители Гаврилово-Посадского района получили еще до открытия фермы. Многие сейчас задействованы в строительстве. С этой же стадии в бюджет области и района идут налоги. Вот основных корпусов запланирован на осень. Второй аналогичный проект «Дымова» также будет реализован в Гаврилово-Посадском районе около деревни Ярышево. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Гаврилово-Посадский район.